просто умираю на сцене, что просто уже невозможно. И каждый раз, та редкая возможность, когда приходится петь комическую оперу, как это любовный напиток, я просто наслаждаюсь этим моментом, вот как вы сегодня видели. Декорация замечательная. Я пела в этой постановке год назад в опера «Бастиль» в Париже. То есть эта постановка мне знакома, и она очень известная. Она была и в «Ла Скала», она была и в «Ковенгарден». И я, в принципе, я упросила Валерия Бесалыча привести именно эту постановку, потому что я знаю, что это будет большой успех. Декорация, конечно, очень сложная. Ну, вообще, когда с такой звездой находишься на одной сцене, все легко. Энергия — это вообще в нашей профессии все. В каждом взгляде, то есть в сценографии, чувствуется огромная поддержка, как будто на все говорит: давай, 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 давай. Ну, слава богу, что уменьшили декорации, потому что они были еще выше. А у меня просто было колено повреждено очень сильно полгода назад. И сейчас такой небольшой сюрприз был. Ну и как-то приловчился, более-менее нормально уже. Еще, я думаю, раз-два побегать, и все будет хорошо. Это просто замечательная, очень очаровательная постановка. Здесь очень много юмора, очень много любви, она такая непосредственная. И, насколько я знаю, она всегда пользуется огромным успехом, даже не важно, кто исполнители. Эта декорация намного меньше, чем она была в оригинале. С велосипедом у меня все в порядке, но здесь не велосипед, здесь мопед электрический. Он на самом деле очень непростой. Его не просто заводить, поэтому вот как раз с мопедом надо порепетировать. Они называют его «Веспа».